Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и мы продолжаем идти к мировому господству за Корею на последнем уровне сложности в дополнение Rise and Fall к игре Sid Meier's Civilization 6. Девятая серия, и я надеюсь, она будет последней, во всяком случае, я очень сильно постараюсь ускориться и все сделать ради этого, тем более, что у нас тут все довольно неплохо идет. Возможно, получится... Так, вот отсюда надо куда-то к... в Индию отправить. В Индию. Сейчас посмотрим, какие у нас самые выгодные. В Патна. Так, а куда у меня уже бегают? В Калькутту бегают. В Майсур бегает. И в Дели. Значит, в Мадурай давайте. Тем более тут два производства будет. Неплохой бонус. Так. Давайте спровоцировать беспорядки 84%. Ладно, давайте сначала получим источники. Нафига мне, правда, беспорядки в Нидерландах. Так, тут амфитеатр завершен. Археологический музей. Так, давайте я в Кёнджу сначала построю промышленную зону. О, аж плюс 4, кстати. Есть, а потом уже достройка смогу. Просто у меня есть великий человек. Подождите, есть или будет? По-моему, есть. Я его взял уже. Хм. Что-то я засомневался. Я ж помню, что я хотел, что он мой вообще был, этот великий человек. Блин, его почему-то взял шотландец, ё-моё. Ну как так? Ладно, мне все равно здесь нужна производственная зона и мастерская. Производство 4. В роднике было производство, то есть побольше производства, чтобы было в этом городе. Новый континент. Кстати, что-то много континентов в этой игре. Давайте глянем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть континентов. Нехило. Нехило. Ну, проблем с лояльностью у меня не было. Я эта механика вообще у меня прошла. Хотя вот... Мы видели, что Шумер захватил римский город Медиалан с помощью лояльности. Так, что тут индус с Вильнюсом делает? Я бы очень не хотел, чтобы он Вильнюс захватил. Честно говоря, у меня там три посла сидит. Блин, нам бы еще, конечно, корпуса посоздавать. Colonialism. The enforced spread of the rule of reason. Так, что-нибудь будем тут менять? Содержание юнитов, бонусы. Нет, это все оставляем пока. Я теперь уже боюсь в Вильнюс отправлять послов, если он будет их захватывать. Где у нас Антананариву? Антананариву тоже может и... Давайте в Нанмадол тогда лучше. Антананариву может и Гильгамеш решить захватить, и Чингисхан, ну нафиг. Так. Столица у меня, конечно, слабенько растет. Так, а сколько стоит купить электростанцию? А, вот сколько. Я выполнил даже задание какого-то города-государства. Так, здесь я
Начну сразу космопорт, продолжу, точнее, строить. Но выполню... А, мастерскую куплю. Мастерскую куплю. Давайте смотреть. Ну, вот этот город дает престижа всем клеткам. Это так себе. Этого инженера я, видимо, пропущу. Озарение для трех случайных технологий с эпохи атома. Да-да-да. Я понимаю твое возмущение мной. Ты просто искусственный интеллект, которому в мозги вложили, что я плохой человек. На самом деле я... Не знаю, слоны, по-моему, даже в корпусах... Я не представляю, как можно взять Вильнус 74 силы. У слонов сколько там сила? 30? Давайте посмотрим. Индия, Индия, Индия. Вару. 40. В корпусах будет, наверное, 45. Had I been present at the creation, I would have given some useful hints for the better ordering of the universe. Первую промышленную... Короче, вот за все зоны с бонусом 4 или выше вы получаете плюс к счету эпохи. Что надо стараться так ставить. Так, мастерскую я тут куплю. Сколько она стоит? 390. Уже 100 культуры, уже неплохо. Так, что у нас с корпусами? Так, мне надо... Сколько корпусов надо сделать? Для ускорения мобилизации. 3 корпуса, значит, мне надо 3... Квачки. Раз. Два. Тут многовато. Я лучше здесь строителя построю. Одну хвачку, наверное, либо в Санджу, либо в Кабуле. Вообще нормально, что у меня 3 союзника, а все остальные меня ненавидят. Считают меня милитаристом, прикиньте. До сих пор меня это прикалывает, что я тут милитарист, блин. Самый главный. Самый большой и ненавистный милитарист. Так, у нас осталось... Вот интересно, а вот остается переход в последнюю эпоху. И вот что, если я в нее перейду с темным веком, у меня теперь до конца игры будет темный век, что ли? То есть переход в последнюю эпоху самый важный получается. Найдены источники. Тут мы покупаем... О, мастерская дороговато стоит. Так, еще никто не построил космопорт. Ну, точнее, только Poundmaker мог его построить. Ага, уже шотландец ракетостроение исследовал. И мне надо следить за великими людьми, которые будут давать бонус научной победе. Я домой, потому что я тут скоро Иерусалим нашел. Я скоро запущу спутник, и мне не будет смысла никакого, честно говоря, с
снизить лояльность этого города. Похищение средств, время выполнения. Ладно. Похитим средства. Не будет никакого... Хвачка 4, а тут... Тоже 4. Биржа 6 ходов. Хотя, наверное, тут хвачку, а здесь... Здесь еще строителя. Интересно, за строительство космопорта мне дадут очки эры? Какие-нибудь. Особенно я его первый вообще построю. Так, на минуточку. А хвачка во что у нас апается? В полевую пушку. Нет, она замещает полевую. Апается в пулеметную роту. Так, у нее еще шоколад есть. Хочет 5 золота в ход? Нормально. Согласен. Интересно, я оливки сейчас не торгую опять двумя оливками? Грузия прикольно, конечно, выглядит. Грузия против Шотландии. Да, очень боюсь расселяться. То, что у меня тут посередине моей территории какая-то фигня, откровенно. Robotics has been around forever, and it's been the next best thing for... Пастбище плюс к производству. Так. Что теперь? Дальше мы пойдем изучать... Что нам еще надо для победы? То есть, лунный эксперимент... Сначала спутник... Потом лунная экспедиция. Потом запуск жилого модуля. Запуск реакторного модуля. И это. Так, тут разные идут. А что общее? Общее. Ладно, пошли в сталеварение. Хоть защиту получим. Здесь покупаем мастерскую. Фабрику, я так понимаю, нам не надо, потому что тут уже фабрика на нас действует. И фабрика, и электростанция, да. Поэтому начинаем строить спутник. 5 ходов, нормально. Следим за великими людьми. Тут озарение, тут престиж. Это все нафиг не надо. Раз корпус. Тут будет второй корпус. Это вот это третий корпус. Подведем поближе. Так, здесь построим фермы. Хвачка завершена. Археолог. Тут
тоже археолог. У меня же очки эры дают эти как раз. Нахождение шедевров. Ну, не шедевров, а шедевров и артефакты как раз. Артефакты, во. Даже не шедевры, именно артефакты. Только артефакты. Вот он мне одно и то же. Всю игру Кри мне говорит одно и то же. Без фантазии. Нация совершенно. Альгамбра. Тоже новое чудо, по-моему, которое тут появилось. Не было ее в шестерке. Интересно, я до третьего уровня Союза доберусь? Надо посмотреть, сколько там очков. Ну вот с индусом вполне могу добраться. Я туда к нему много караванов отправляю. А, собственно, и к Шумеру пока тоже. Действие Союза. Если видишь castle under fog. Действие Союза с Гильгамешем и Стеклом. Вот я единственный, кто всю игру дружил с Гильгамешем. Посмотрите, что у него вообще происходит. Ну, полтора, мне не хватает 30-28. Полтора, то есть 14, что-то в районе 21 хода. Могу и не успеть на третий уровень выйти, а с индусом... О, здесь еще больше. Да, я, наверное, до третьего уровня Союза и не доберусь. Думаю, казармы довести до конца или театральную площадь построить. Все-таки я медленновато тут по культуре иду. Куда рыцарь голландский плывет, неизвестно. Брасом причем. Но я сейчас вот открою искусственный спутник, мне вся карта откроется. Поэтому как-то уже заморачиваться по поводу открытия всей карты, по-моему, не имеет смысла. Отклонить сделку. Ну, оскорблен, что я могу сделать. Надо вообще пройтись по ресурсам, сейчас глянуть, с кем торговать. Хотя плюс 3 это экстаз, то есть экстаз вполне нормальное явление. Это уже, ну это максимальные бонусы ко всему, что происходит в городе. Максимальные бонусы в процентах. Он все-таки атакует Вильнюс. Ну блин, индус. Так не хочется с тобой портить. Он же захватит Вильнюс, и у меня будет эта вот чрезвычайная ситуация. Типа,
Ай-яй-яй, индус захватил Вильнюс, давайте его все освобождать. А я от индуса очень неплохой бонус имею за союзничество. Блин, тут она моего шпиона схватила. The effect of the mass media is not to elicit belief, but to maintain the apparatus of addiction. Первого социального института новой эпохи. Прикольно. Гильгамеш объявил войну Трояну. Так, давайте думать, кого проапгрейдить. Но вот здесь все эти способности Лян мне в этом городе нафиг не нужны. Магнуса одно производство за каждый стратегический ресурс, но в этом городе только вот лошади стратегический ресурс и все. Больше никаких ресурсов других нету. Что с Виктором? Неприступный редут. Город может провести дополнительную дальнобойную атаку. Можно взять, ладно, подумаем. У Лян вообще ничего. Так, у Рейны что? Плюс 2 золота за ход за каждого жителя города. Вот это интересно. Это я, пожалуй, возьму. Так. Мог сбежать. Ладно. В Голландию больше не будем сажать. Тут что-то там ловят почему-то. Так, дальше. СМИ открыто. В идеологию пойдем. Мобилизацию сейчас я ускорю, потому что один ход остался до строительства корпуса. Так, что у нас тут? Блин, там уже спутник скоро прилетит. Надо плыть к своим берегам. А второй где? Разведчик. И апаться в этого. Как его? Не скаута, как он называется? В рейнджера. Так, спутник три хода. Ну, я не знаю, мне... Wie handel weigert, denkt vaak dat hij maar van ons kan pakken wat hij wil. Hij heeft het flink mis. Какая она воображуля все-таки. Не знаю, кто мне тут что может помешать. Конечно, он там шотландец на апгрейдил свои юниты. Что-то у него с глазами, по-моему. Такое ощущение, что вот этот у него глаз не видит. Они до сих пор считают меня милитаристом. Я вот не понимаю, почему меня считают милитаристом. По сравнению со всеми игроками в этой партии, я вообще самый добрый. Потому что все позахватывали города-государства. Они своего этого шпиона хотят. Нет. Обойдешься. Смотрите, я даже вижу видимость шпионов, которые сидят у Грузии. Куда же Грузия своих шпионов посадила? Ну, то есть, вон один сидит в Шотландии, да? А кто у нас? Монголия вынуждена объявить войну Персии?
Да, да, ничтожество, да. Правда, у меня космопорт уже есть, а ты фиг знает где. Смотрите, перс как отделен горами от всех. Вот у него горы, 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 горы. Тут, конечно, неизвестно как, но, по-моему, перс очень неплохо расположен. What gunpowder did for war, the printing press has done for them. А вот и ускорение мобилизации. Тут голландские города. Интересно. Вообще интересно сейчас будет, когда спутник достроится, посмотреть на карту. Мне кажется, она довольно необычная получилась в этой партии. Так, Эрмитаж, поселенец, строитель. Что у нас с великими людьми? Озарение, престиж. Это все нафиг надо. Все нафиг надо. Может, пригород, кстати, довольства не хватает. Да, надо, я хотел ресурсами поторговать. Надо посмотреть. Нет, сначала надо посмотреть, что у меня вообще есть. Какие у меня ресурсы имеются. Цитрусовые. Какао от Тамары, цитрусовые. Это я экспортирую, а это импортирую. Какао. Красители, янтарь, оливки одни. Значит, я импортирую какао, оливки. И чай. Какао, оливки, чай. Все остальное можно торговать. Какао, оливки я и так импортирую. Окей. Что у индуса? У индуса вообще ничего. И у шумера. Мрамор у меня есть. Чай я уже торгую. Цитрусовый. Ну, у меня вот, я только гипс могу пока продать. Ну вот сахар, например. 104 золота вход. Так, ладно, а у кого там у... У меня есть шпион шотландца. Фига себе, не хочет... Не хочет не шпионить за мной. Никакой войны я ему не могу объявить. Ну, давайте... Попробуем ему продать даже два шпиона. Ну, согласен за ресурс. Отлично. Все. Покеда. Поехали дальше. Да, здесь, кстати, на моих союзников больше никто не будет нападать. Эрмитаж Паундмейкер закончил. Но тут сейчас практически все цивилизации в темных веках, кроме Шотландии, Персии и меня. Ну, еще Золотой век в Голландии. Серебро и уголь. В принципе, мне уголь не нужен. Гипс я тоже могу отдать. Может, вход больше денег будешь давать?
Так, отлично. Прекрасная сделка, по-моему. Индус всю свою религию разносит. У него, кстати, индуизм-то его основная религия. Странно, индус индуизм принял. Вообще необычно. Шумер объявил войну Антиохии. It's one thing to surmise what happened, but we don't speculate. Баллистика вообще ничего не дает, что ли? Смотрите, в баллистике ничего нету просто. Странно. Давайте я гляну, как тут мои союзники не воюют ли ни с кем. Вот. Тут только с Индией у него хорошие отношения. У Индии с Грузией со мной. А у Шумера... Шумер, кстати, с Римом воюет. Все так довольно на блоки такие разделились. То есть можно проследить, у кого с кем хорошие отношения на самом деле. Ну вот, видите, получаю очки к эпохе. Это я правильно вообще артефакты взял? Я сейчас их буду кучу тут рыть. Прикол в том, что, смотрите, за этими горами даже ресурсы есть. Я не могу к ним добраться. Что за бред? Самый настоящий бред. Так, здесь археологи готовы. 59, может... Так, давайте я гляну, где кое производство. 69, 59, 50. Я думаю, может мне еще один космопорт здесь построить. Собственно, почему нет? Как минимум параллельно два... То есть пока один проект. В Кенжу я могу вот этот, потом лунную экспедицию тоже один проект, а потом можно и больше проектов. Так, тут даже еще никто космопорт не построил, ни паундмейкер, потом еще ракетостроение изучил, не шотландец. А я мало того, что космопорт построил, так еще и вот сейчас карту все открою. Ну, интересно. Да, классно пополняться большими доходами. Я уже даже сейчас, наверное, лаборатории не буду покупать. Мне сейчас деньги не особо важны. Кого захватили? Вильнюс, блин. Сейчас опять минус по культуре будет. Ну, меньше культуры. У меня там сидело 3 посла. Ну что, будет сейчас чрезвычайное событие, интересно? Но я не буду участвовать. Я не собираюсь с индусом, конечно, воевать. Так. Открывает все неисследованные участки мира. Искусственный спутник Земли выведен на орбиту. Плюс 1 к счету эпохи. Ей. Блин, такая-ка... Смотрите, как Нидерланды расположены. Они вообще на отдельном континенте, оказывается. Прикольно. В центре карты... Шумер, причем, смотрите... Какая нейтральная зона между Шумером и Римом.
Очень необычно. Так, еще один археолог. А что шотландец хочет за разрешение по своей территории ходить? Согласен. Два золота в ход. Оно того стоит. Не вон сколько этих археологических штук. Так. А этого чувака мы возвращаем к себе. Искусственный спутник завершен, теперь лунная экспедиция. А вот благодаря артефактам реально могу попробовать в золотой век в конце выйти. Наконец-то. Археолог завершен. Савон построен. Давайте строителя. Давайте еще третий космопорт бахнем. Пускай три космопорта будет. Грузия аж два шпиона посадила в колен зачем-то. Да, буду копаться везде, где захочу, понятно? Новое время через 10 ходов закончится. When they are preparing for war, those who rule by force speak most copiously about peace until they have completed the mobilization process. Содержание юнитов еще больше снижается. Это и примем. Так, что с губернаторами? Давайте проапгрейдим. Позволяет городу покупать районы за золото. Вау. Давайте возьмем. Ну, то есть, если я вот, например, захочу построить пригород. 4-4, везде, блин, 4. Ну вот здесь. Так, и что, я могу теперь его за деньги купить? Или мне надо было его сразу сначала купить за деньги, блин? Да. А, ну вот пригород. А, все, я его купил.
Так, и теперь, видимо, в пригороде появились новые здания. Я могу в пригороде строить какие-то... Или нет? Не могу. Тогда мне непонятно, что вы там за здания такие открывал, вот эти... А, нет, я его еще не открыл, я его только смогу открыть. Ага. Ладно, тогда ладно, но мы идем в демократию. Плюс 2 к счету эпохи за пригород. Поближе тут исторического места нету. Нету. Так, из Кенджу в Калькутту и так бегает. Значит, надо и в Янсан отправить. Чтобы из Янсана в какой-то индусский город бегал караванчик. Прихищение технологий. Вероятность побега. Давайте вероятность побега повысим. Впервые раз за историю вашей секретной службы один из ваших шпионов достиг максимального уровня. Блин, ну я тут реально, по-моему, вполне реально сейчас попробовать Золотой век запустить. Так, где тут дальше исторические? Вот историческое место, значит, этот у нас раскопает здесь. Видите, вот сколько мне не хватает очков до Золотого века. 9 очков. У меня куча археологов. Вот еще один достраивается, между прочим. Слушайте, а давайте, может, мы эти морские откроем. А, блин, они далеко. Они далеко. Ладно, идем тогда пока в демократию. Повод войну за расширение территории Чаки объявить. Не хочу ни с кем воевать. Мы мирно улетим в космос. Вильнюс сопротивляется, видите, красный кулачок такой. Ну, забавно вообще, карта сгенерировалась. Паундмейкер мир. Опять он про то, что я тупой. Обидно, когда тебя компьютер тупым называет. Плакать хочется. Большинство городов Грузии исповедуют синтоизм. А чья это религия, интересно? Кто это у нас тут? Синтоизм разносит. Тигреизм — это явно персидское. Наверное, синтоизм — это грузинское и есть. Нет, шумерское. Шумерское. За 18, 20, 15. Православие отстает. The best steel doesn't always shine the brightest. Так, везде городские укрепления построились. Нефть есть. Цивилизации Индии не хватает транса, чтобы удержать в своем составе город Вильнюс. А теперь можем его захватить. Прикольно. И что для этого надо делать?
сходила, Индия захватила Вильнюс и потеряла его из-за низкой лояльности. Так. Хищение средств. Не знаю, отправим кому. Давайте к персу отправим. Или вот к монголу. Так, отсюда надо к индусу отправить. В Калькутту есть. В Майсу. Так, в Дели есть, в Мадурай есть, в Ченнай. Очень хочется, конечно, Золотой век все-таки тут запустить. Вопрос, смогу ли я так быстро найти тут такое количество исторических мест. Так, тут ничего нету. Сюда я уже отправил чувака копать. Ну вот исторические места. На территории Грузии покопаемся. Строитель, биржа. Пригород тут нафиг нужен. Уран откроем. For a machine to run smoothly and predictably, its parts must be standard and hence replaceable. Так, ну я тут, я очень не совсем понял, почему мне этого человека не предложили. А, вот только сейчас он предлагается. Ну да, здание этого района дает плюс 2 производства, здание этого района влияет на 3 клетки дальше. Надо нанимать. И в этом районе надо тут и фабрику, и электростанцию тоже строить. Фабрику, наверное, даже купить могу.
Так, он в ряду бегал, значит, перекидываем. Так, Кёнджу, Кванджу, Сеул, Янсан и Кабул. Значит, Чхун-Чхон. Перекидываем, чтобы к индусу отправить. О, союзы закончились. Так, во-первых, дружбу. Во-вторых, военный союз. Индия. Дружбу. Культурный союз. Все остальные ко мне относятся фигово. Фигово. Ну, это их выбор. Я бы с ними со всеми дружил. Но они не хотят. Зоусы атакуют Вильнюс. Сто 127. Еще 7 очков надо. Блин, чуть-чуть. Средневековье, средневековье, античность. Чувак уже искусственный спутник заканчивает. Дает озарение ракеты. Плюс 20% для проекта «Космическая гонка». Ну, если Грузия его заберет, то я не расстроюсь, конечно. О, писателя получу. Я вот хочу все-таки Золотой век как-то запустить. Опять нейтрализовал губернатора. Блин, как это раздражает. И сейчас 13 ходов. Ждать его возвращения. Серьезно? Slowly, ideas lead to ideology, lead to policies that lead to actions. Так, куда у нас бегает уже? В Патну бегала, в Дели бегает, в Мадурай бегает, Ченнай бегает, Майсур бегает, в Калькутту бегает, Ахмадабад. Почему тут, интересно, артефакт Тамары был? Что-то это подозрительно. Блин, дороговато археологический музей стоит. Будем просто строить. Сколько до Золотого века? 5 очков. Ну, лунную экспедицию я запущу, сколько очков будет. Мапучи мне объявляет войну. Вот нормальный человек. Вот он, вот где он находится, да? А где я? И он мне объявляет войну. Ему. Соответственно, объявляет войну Индия, шумеры и
Грузии. Оно того стоит? Нет, конечно. Просто мапучи так меня ненавидит. Так хочет мне войну объявить. Спать не может. Что я тут по культуре? Ну, не так, чтобы сильно я бы отставал. Untutored courage is used. Так, где у нас дальше какие-нибудь исторические места? Переходы хода, конечно, долговатые. Так, промышленная древняя античность. Античность, средневековье, средневековье. Вот, можно будет из средневековья спереть. Ну что, мне осталось до золотого века одно очко. Я думаю, что я его получу, как минимум построив лунную экспедицию. Тут 6 ходов, да? Ну что, наконец-то мы в золотом... Золотой век запустим. Это здорово. К концу игры получилось таки. Всю игру в нормальном жили. И в конце будет золотой век. И мы улетим в космос при этом. Вау. Да, осуждает недостойные... Ну, блин, мапучи всем войну объявил. Конечно, надо осуждать его недостойные действия. Интересно, он вообще придет ко мне армия или нет? Интересно, к кому Вильнюс отойдет? Вот непонятно сейчас. Если ко мне, то я его освобожу. I have always considered that the substitution of the internal combustion engine for the horse. Так, кого мне тут великого писателя? Возьмем, конечно, и... Уже точно будет золотой век. Классно. 134, да. Нам получилось все-таки золотой век запустить. Так, где у нас тут исторические места? Вот еще где. Водяная мельница завершена. А вот в пригороде, видите, продуктовый рынок. Можно строить плюс 3 пищи. Можно только одно такое здание в городе, даже если в нем есть несколько пригородов. Давайте построим, интересно. То есть в пригороде будет еще продуктовый рынок.
Смотрите, шотландец и Кри уже закончили, да? Первый уровень, но шотландец еще и спутники уже открыл. А Паундмейкер робототехнику уже открыл. То есть я бы не сказал, что они сильно далеко от меня вообще. Тут все на тоненького идет. Блин, и вот Кри может вот этого... Может, проекты в этой поделать в промышленной зоне, потому что там, ну, есть бонус к строительству все-таки. Нехилый такой бонус к строительству частей корабля. Грузия ко мне посадила шпиона. Но если она будет мне гадости делать, я расстроюсь. Мы так дружили с Грузией всю игру. Еще кто-то у меня тех успер в Кёнджу. Что-то у меня алюминий не обработан. Нет, не буду тебе отдавать кольчугу, ты чё? Не хватает лояльности, чтобы составить город Тушпу. О. Видите, Монголия потеряла город Тушпа. Не. Так, давайте демократию примем. Ваши торговые пути к городу союзника дают 4 пищи и 4 производства обоим городам. Отличная штука. Берем. У нас в экономике нового. Плюс 4 к жире, плюс 2 к довольству, минус 2 золота. Берем. В войне. Нет, это нафиг надо. Так, республиканское наследие и торговое наследие. Плюс 10% в городах с действующим губернатором. Ничего не буду из этого делать. Плюс 2 к счету эпохи. Я тут вообще... У меня супер-пупер золотой век будет. Судя по всему. Раз уран. Два уран. Три уран. Правда, все без шахт. К сожалению. Не знаю, нужен ли нам тут уже лаборатория. Мы все и так быстро откроем. Хотя, вообще... Сколько нам еще тех надо открывать? Раз, то есть 3, 6, 9, 12, 15 и 8. 23 хода вообще-то. Эти мы, наверное, лаборатории купим, где их еще нету. Например, здесь. Так, этот в Майсур бегал. Давайте в Калар отправим. И здесь археолога. Дальше идем. Рыбацкое судно.
Проект Манхэттен, золото от лагерей. Ядерный синтез и нанотехнологии. Здесь холодная война, быстрое развертывание. Вот, космическую гонку. Так, сколько тут? Три хода. Но я уже буду в золотом веке. Е-е-е. Можно побольше еще очков набить. Вот мне просто интересно даже, будет ли какая-то следующая эпоха, куда мы будем переходить. Так. Средневековье, средневековье, античность. Блин. Античность древнего мира. Не могу пока бонусы сделать. Так, что тут у соперников? Брюс начал экспедицию уже строить. Ну, а я скоро закончу, да? Да, следующим ходом закончу. Паундмейкер объявил войну Канди. Удивительно, что он так долго ест, позволял оставаться независимой. Сколько говорили, Зулус машина убийства, Зулус машина убийства. В этой партии он не сделал ничего. Даже индуса не смог вынести. Чингисхан объявил войну Кри. И шотландец объявил. Ну да, это самые те люди, которые смогут ему что-то сделать. Хотя шотландец, может быть, на море ему что-то сделает. У него есть морские города. Дает разовый бонус в культуре, равный 10-кратному размеру вашей науки за ход. Очень неплохо. То есть 3700 культуры я сейчас получил. Содержание ядерных устройств уменьшается на 50% золота в ход. Вау. Еще два раза оно делает. Этот в Эриду бегал. Из Янсана. 2, 3, 4, 5, 6. Нам осталось только из Санджу отправить. Я все отправляю в Индию, потому что отправка в Индию дает мне прибавку к очкам великих людей. За счет того, что у меня второй уровень союза с ним. Кремниевый пистолет. Средневековье, средневековье, античность. Вот средневековье. Вот есть бонус. Древний мир, античность, промышленность. Промышленность, древний мир, античность. Блин. Тут пока нечего поменять, чтобы получить бонусы, к сожалению. Лунная экспедиция завершена. Давайте запуск жилого модуля. Так. Инженер. Мне нужен этот инженер. Давайте-ка мы здесь проведем логистику промышленной зоны. И здесь тоже. И здесь. У меня их, по-моему, только три.
это посмотреть. Раз, два, три. Да, только три. Блин, нафига я апнул рейнджера. Я хотел деньги на электростанцию сохранить. Он же, правда, тут так влияет электростанция из... Из Кванджу. Кёнджу, Кванджу. Такие непохожие названия, никогда не перепутаешь. Вильгельмин объявляет Паундмейкеру. И Кир. Блядь, все объявляют войну Паундмейкеру. Внезапно. Почему я сейчас не слышу, что он говорит? Какие-то глюки. То есть слышно было, как он махает руками, звук шел, махание рук, но говорения не было слышно. Знаете, что у нас еще в этой игре не было? Темных веков не было в этой игре. Мы не посмотрели, что значит жить в темные века. Индия стремится к культурной победе. Интересно, каким образом, если 0194, где тут стремление к культурной победе? Вот Гильгамеш стремится к культурной победе, да-да, но он ее не достигнет. А Индия? Ну так... Мы его отправим. В Дели бегает, в Мадурай бегает, в Чинай бегает, Ахмадабад, Карал, Хейдерабад. Ну просто чтобы везде были торговые посты, я на это смотрю. Давайте беспорядки спровоцируем. О, продуктовый рынок. Ну и как он выглядит? Во. Забавно. Так, казармы, конюшня. Поселенцы, чтобы уран обработать. Никаких сделок с бешеной толстой дамочкой. Полностью отмороженный это Вильгельмина, конечно. Так, сейчас посмотрим. Насколько я приближусь, выполнив 200. Так, где у меня тут инженер? У меня 141 и одно очко. Сейчас в трех городах у меня пройдет в промышленной зоне. Как можно жить с такой кучей долгов? Откуда у меня долги? У меня... 1500 и плюс 216 вход. О чем вообще Зулус говорит?
Еще кто-то у меня ракетостроение спер. Гильгамеш благодарит Вильгельмину. Ну, долго ходы переходят, по моему скромному мнению. Ваша славная эпоха меня немного раздражает. Это потому, что я в Золотой век вышел. И это уже раздражает монгола. И в Золотом веке Паундмейкер, вообще-то. В обычном Мапуче, Индия и Кира, все остальные в темных веках. Вау. Так, к оружию. Открывает озарение для исследования улучшенной авиации, расщепление веки. В информационную эру открываются озарения. Ядерного синтеза и нанотехнологии. Ну, смотрите, тут все равно следующий век сколько-то очков требует. Но наступит ли следующий век, вот мне интересно. Готов до следующей эпохи от 20 до 30. Я думаю, что я закончу. О, поменялось на золотое оформление, так. Слегонца. Так, логистика. 141,1 было. А стало 353. Давайте еще одну логистику проведем. Я думаю, что мы этого инженера заберем. Тем более они тут 1-2 хода у нас. Лаборатория готова. Так. Вот, промышленной эры мы сможем сейчас собрать. Есть тематический бонус. Так, древний мир, античность, античность. Средневековье, древний мир, возрождение. Блин, мне бы античность еще один. Так, а где у меня еще... Ой, хватит на меня ругаться. Где у меня еще? В Санджу у меня археолог. А он сейчас достраивается. Отлично. Вот тут еще исторических мест прям рядышком. Три штуки как раз. Хватит со мной шедеврами пытаться обмениваться. Как бы это вот отключить на самом деле? Ну, вообще-то, нехило, конечно, мы ускорили получение инженера. Ну, видите, тут есть и равнины, и луга были. Ну, тут еще вот, кстати, дофига гор. Ну, очень странная территория получилась. О, я тут ачивку получил. Неужели до третьего уровня, да? До третьего уровня прокачал союз. И давайте глянем, что дают третьего уровня научный союз. Вы получаете 10% науки союзника, когда вы изучаете одну и ту же технологию одновременно.
или технологию, которые уже исследованы у одного из вас. Ну, так себе. Так. Все, здесь тогда продолжаем строить запуск жилого модуля. А сколько стоит электростанцию купить? Мы ее купим. Что-то звуки куда-то пропали. То есть часть звуков просто уже не воспроизводится. Нормально? Это вообще легально? Такие игры выпускать, не проверив. А, и что-то у нас там не звучат звуки, наверное. Давайте все равно выпустим. Все равно же купят. Удалось повредить. Вот, кстати, посмотрим, будет ли... А где удалось? В столице же, да? То есть, раньше был глюк, что при поврежденном космопорту космопорт за один ход ремонтируется, а потом все проекты в нем один ход делаются. Вот сейчас заодно посмотрим. Очень хорошо, что это произошло. Остался этот глюк или нет? О, у меня внезапно хорошие отношения с Зоусом стали. По какой-то неведомой причине. Но я не буду с ним дружбу заключать. Мы с Индусом, дружочки-пирожочки. А Зоус злой чувак. Кстати, я хотел посмотреть, насколько тут Персия вообще горами отделена. Блин, вообще очень неплохо. Присоединить город Вильнюс. А можно ее освободить? Нельзя. Но вот смотрите, я присоединил город за счет того, что у меня высокая лояльность на него действовала. Ну и что нам тут построить? Давайте рабочего. Так, дальше пойдем в глобализацию. А тут поменяем. процентов к разработке проекта «Космическая гонка», если есть военная... А, у меня нет военной академии. Так, здесь, во-первых, ремонтируем космопорт. Во-первых, он три хода ремонтируется, обратите внимание, а не один. Так, сколько там до инженера? Отлично, инженер мой будет. Тут везде достраиваем космопорты тоже. Ускорили пластмассы. Так, тут уран присоединяем. Так, может пересадить. Давайте в Поленко пересадим. Попробуем там спровоцировать беспорядки. Я уже решил не показывать вам переход кода. У меня только теху где-то украли. Но это не особо страшно.
Так, тут космопорт готов. Ядерный синтез 3 хода строится. Давайте, открывается, давайте пока шпиона построим. Ну, можно тут лабораторию. Еще и следующий ход. Пропускаю уже переход хода. Из интересного, Индия получила великого генерала Жукова. Жуков теперь индус, да. Так. Формальный повод объявить войну. А, и Чингисхан стал фашистом. Ну, я не удивлен, прямо скажем. Давайте, не знаю, в Остию отправим наших шпионов. Так, ремонтируем то, что испортили другие. И давайте... Тут вообще вон какой-то уже есть восстание, но может еще снизим лояльность, не знаю. Так, уран я присоединил. Давайте, наверное, алюминий присоединим. Центр вещания готов. Космопорт нафиг надо, шпион. Так, я хочу один корпус апнуть до пулеметной роты, чтобы повысить защиту городов, чисто для этого. О, новое чудо, станция Амундсен-Скотт. Плюс 20% к науке и плюс 10% к производству во всех городах, если в радиусе 3 клеток вокруг города имеется 5 клеток снега или снежных холмов. Ну, такое очень, очень случайное чудо. Не факт, что можно в любое... Ну, не всегда им можно воспользоваться. Так, ну что, забираем этого инженера, да? Да, плюс 750 космической лунки. Я починил вот здесь космический космопорт и смотрим на проект. 8 ходов. Нет, ничего не изменилось. Отлично. Значит, этот баг больше не работает. Так, ядерный синтез через один ход откроется, где мы будем строить реакторный модуль. В Янсане 94 производства. А в Кванджу 86. Значит, в Янсане будем строить. Тут что-нибудь на один ход надо организовать. Давайте строителей. Блин, меня смущает, что тут звуков никаких не происходит. Так, этого пока тут подержим. Непонятно, где мы его будем задействовать. Так, очередные очки получили. Изучение военной тактики. Нанмадол объявил войну. Ну, это... Этот Мапучи, видимо, стал его союзником. Кстати, может, и вражеский шпион сбежал. Может, с этим Мапучи уже мир заключить? То он так сильно воюет вообще, прям выносит меня. Не понял, что происходит. Я думал, мне сейчас войну шотландец объявил. А, нет, да, Зулус объявил войну. Ну, то есть он заодно и с индусом сейчас повоюет. Здорово. Зулус давно не воевал, думает, дай-ка я повоюю. Ну, вот кавалерия его тут прибежала. Сейчас посмотрим. Вдруг он и вынесет еще меня. Фиг его знает. У него арта валит. Армия арты даже. Страшно. Так, срок действия союза с Гильгамешем.
Причем у нас с ним дружба была с этим, ну, практически. Слушайте, давайте мы какой-нибудь другой союз. Потому что как-то научный какой-то стран. Давайте опять экономический. И вот что экономический третьего уровня дает. Бонус к очкам послов от каждого города, где позволяет разделить уникальный бонус сюзерена с союзниками. Правда, Гильгамеш, по-моему, не является сюзереном ни одного города. Да, да. То есть бесполезно. И кавалерия умирает. Здорово. Так. Апаем. Кто мне тут достался? Озарение трех случайных технологий атома или информационной эры? Ну, я даже не знаю. Я откажусь. А вдруг там будет что-нибудь на космическую гонку? Потому что мне уже не нужны озарения по-хорошему. Так, строитель завершен, и мы тут строим проект запуск реакторного модуля. Опять меня очередного губернатора выкинуло, из Кёнджу выкинуло, из Кванджу выкинуло. Ну это просто, это вот это больше всего меня раздражает в этом дополнении. Вот эти выкидывания дебильные. Так, минус арта. Губернаторы хороший бонус дают, но должны возвращаться в течение 13 ходов. Это нормально разве? Семь ходов нейтрализован. Семь ходов нейтрализован, потом 5 ходов возвращается. Зашибись. Так, ну давайте посмотрим, как тут Чака походит. Нет. Он, блин, убил меня. Моего скаута одного. Ну а индус что сделает? А сколько ведь там армии? У. Так, обстреливает тут. Так, ну у Зулуса 1600 армия. А у меня просто 600. Да, да, Перси меня осуждает. У индуса 1200. Ну, по-моему, не очень удачная идея со мной воевать. Цель Чингисхан. Чингисхан захватывает города Антананариву. Нет, я не буду участвовать. Так, кого берем? Ученого. О, о чем я и говорил. 1500 производства для проекта «Космическая гонка». Отлично. И берем художника. Так, что мне тут осталось открыть? Нанотехнологии. Так, синтетические материалы. Два аэродрома, три танка.
Ага, художников нас не, нам негде размещать, да? Так, этот дает 1500. Ну тут надо этот 1500, а этот еще. Короче, тут надо 1500. То есть, а я еще, кстати, могу что-то в гражданской этой построить. То есть 900. Давайте-ка мы тут отменим строительство модуля. Построим танк. А здесь один модуль завершим. Так, тут тоже танк. И тут танк. И второй модуль. 10 ходов будет строиться. То есть как раз он построится. 1, 4, 7, 10 ходов как раз нам на технологии откроются. Звездная ночь Ван Гога. А, вон он. Так, заканчиваем ход. Давайте с Мапучи попробуем мир заключить. Потребуем с них алмазы. Не дадут? Ну, за такую цену, в принципе, приму сделку даже. Так, теперь что у нас с Зулусом? Пулемет народа побеждает, несмотря на подавляющие численность. То есть корпус победил армию, и это влияет на очки эпохи. Ну тут, кстати, много вещей вот так учтено. По-моему, прикольно. Вот, третий уровень с индусом союза стал. Интересно, что третий уровень дает. Вам достается 20% туризма, получаемым союзником, и 10% культуры, получаемой вашим союзником от городов. Вау, 10%. Ну, видимо, пока не, еще не добавилось. Я думаю. Так, этот чувак пускай пока тут стоит. Так, пускай тоже ждет своего часа.
Обили мне один караван, но я думаю, нас это не остановит. Блин, фига себе армия. Армия сурова так. Надо у Рима попросить право прохода. А что, он не дает право прохода, если плохое отношение? Но... Ну, блин. И потребовать я проход не могу. Жаль. Но я просто хотел вот эти... Я, может, сейчас Поленки станет независимым. Кстати, могу к Зулусу пойти на территорию, правда, я у нее нифига не вижу, что можно. Так, давайте, наверное, в Кёнджу буду перебрасывать и на производство уже кидать. Мне уже великие люди особо не нужны. Подождите, сколько... Смотрите, смотрите, что с шотландцем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... космопортов. Ему никто не объяснил. А, ну то же самое с Кри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть их вообще три надо. Это максимум три. Ребята поугарали в космопорты. Сколько производства просто впустую. Обрывает звук, да? Так, торговцы, наверное... Ну, я вообще построю, ладно. Так, Канди и Антананариву захватили. О, Буэнос-Айрес независимость от Шумера получил. Тушпа... Он был монгольским, потом стал независимым, потом опять стал монгольским. Инсанский арсенал Маракана. Разграбили караван. Пулеметная рота готов к повышению. Так, танки, танки, танки. Везде строятся танки, и сейчас будет Зулус страдать. Все-таки танки — это суровые вещи. Через 10 годов закончится эпоха атома. Надеюсь, я успею улететь к этому моменту, потому что у меня явно будут темные века. Вот, торговца получил. Это еще счастье. Правда, я, честно говоря, не очень понимаю, вот что за счет того, что у меня золотой век, что я такого... крутого сейчас имею.
повысить до вертолета. Давайте повысим. Так. Раз танк поехал. Два танк поехал. И стал корпусом по дороге. Это все в столицу перебрасываем, еще на производство. У меня следующим ходом ускорятся композиты, я как раз третий танк дострою. Еще и спецназ, еще третье повышение появилось. Я так понимаю, что это каждый раз, когда корпус побеждает армию, будет вот это радостное нечто. Блин, а как мне тут... Блин. Зря я туда попёрся. Композиты ускорились и открылись. Три хода до нанотехнологий. Пять ходов до постройки. Так, отправляем в Урук. Все равно пять ходов. Армия. Здесь убиваем. О! Спецназ может десантироваться в тех клетках, которые видит, я так понимаю. Или насколько он может. Вообще хвачха убила. Старая-старая хвачха еще имеет порох в пороховницах. Высадка. И что я тут могу делать? Ничего. Просто высадился. Мы продолжаем танки клепать, современные уже на этот раз. Потому что у меня куча урана, я могу себе позволить танки. Так, когда у нас какие-нибудь тут караваны закончат? Через 9 ходов. Не смогу я ускорить строительство. Давайте глянем, что тут у других с научной победой. Этот только робототехнику исследовал, только жилой модуль запустил. Все. Нанотехнологии, ядерный синтез ему еще далеко. Видите, а у меня реакторный модуль 5 ходов. И, собственно, есть у меня еще великий человек для последнего модуля. Так что считайте,
6-7 ходов до победы. И очередной раз испортили мне космопорт. О, боже мой. Что за приоритетная цель, интересно. Чем это отличалось от обстрела обычного? Может, мир заключить шаг, и чтоб побыстрее как-то это был один ход. Ну а чё его тут побеждать-то? Так все понятно. Так, кстати, с 7 ходами я, наверное, погорячился, потому что запуск гидропонного модуля 1800, а Сергей Королёв мне 750 даст производство. Хотя это может 1800 на быстрой скорости, на стандартной скорости, а не на быстрой. Раз, два, три, четыре, да, и даже на Вильнюс действует эта фигня. Фабрика, имею в виду. Прикиньте, эти сволочи еще и разрушили производственную зону. Блин, просто, ну просто оттягивание неизбежно, вот такое, знаете. Так, союзы надо возобновить. О, Грузия уже не хочет возобновлять дружбу. Внезапно. Но она там тоже как бы на... идет на научную победу. Так, давайте мы как-то мир с Зоусом заключим. Ну, а смысл мне тут воевать? Ну, на паузу вот погорячился, не получилось. Потом получится. Современный танк появляется. Так, губернаторы возвращаются на службу. Этот в столицу. Этот... ну, 5 ходов, 7 ходов ждет, 5 ходов, 12 ходов. Просто... губернаторы не работают. Как это? А это логично? Буэнос-Айрес освободился. Случай тут встанем, мало ли. Шотландец решит напасть. Так, как меня это учили, в 2D переключиться, потом обратно. По-моему, игра крашнулась. Нет? Переключилась. Есть опасения, что шотландец может напасть. Поэтому я сюда перебрасываю.
Так. Я, наверное, тут начну нанотехнологии строить, поэтому переброшу в местный космопорт. Сказать, что очень долго переход хода идет. Ну, по ощущениям, он стал дольше, чем был в ванильной версии. Посмотрим, сколько тут. Запуск гидропонного модуля 11 ходов. Ускоряем 2 хода. Круто. Так, ну все, технологии будущего, больше мне тут нафиг ничего не надо. Так, вылечись. Апнись. Так, починили Кёнджи космопорт. Сколько будет ходов заканчиваться? 5 ходов. То есть у меня до победы 5 ходов осталось. Это здорово. Только они реально длятся долго, я вам просто вырезаю. И вы этого не ощущаете, но переходы хода стали длиться очень долго. Добуду наконец это железо, которое тут давно маячило с самого начала игры. Прокачан, быстро обосновывается, так, да? Пускай ворует деньги. Сфабриковать скандал? А что за скандал? Ну-ка прям. Что-то я такого не помню. Медиалан. Медиалан хочет опять из-под власти Шумера вернуться к Риму. Сейчас ракета полетит, эпоха атома через 4 хода. Не знаю, опять начнется. И опять начнется эпоха атома, что ли?
компьютер кучу чудес построил, спрашивается, зачем? Чтобы проиграть в итоге. Так, так что это за скандал такой? Сфабриковать скандал. Это, видимо, здесь нельзя. Это знаете что? Это, наверное, в городах с этим политическим районом. Кстати, его никто из компьютеров не построил. Смотрите, компьютер не научили строить государственную эту площадь, или как она называется, правительственную площадь. Ни у одного компьютера правительственная площадь не построена. Хотя у меня тоже его не видно. Может, это как раз не видят шпионы. Давайте в столице посмотрим. Ну, я здесь тоже не вижу правительственную площадь. Священное место. Центр коммерции. Не знаю. Давайте попробуем вот в столицу. А, вот это, наверное, скандал. Это нейтрализовать губернатора, вот это и есть скандал. Ясно. Тогда давайте отправим к шотландцу. Давайте глянем на всякий случай научную повестку. Ну, видите, опять глюк. Показано, что он типа все сделал, да, на самом деле. Он даже еще не исследовал ядерный синтез и нанотехнологию. Хотя почему-то стоит, что он все сделал. Троян уже запустил, и Тамара еще запустили. Искусственный спутник. Космопорт поставлю, чтобы уже не возвращаться к этому городу. В итоге астрологию, навигацию по звездам и военную тактику мы так и не изучили. Я так просто для... Чингисхан... Тамаре объявил войну, и Чака объявил ему войну. Как же все-таки медленно стали ходы переходить. Я вам завидую, что вы смотрите. Я для вас их вырезал. Вы все смотрите намного быстрее. Реально, это так муторно. Они, не знаю, минуты две как минимум. На мощном компьютере очень долго. I am willing to serve my country. Так, сфабриковать скандал, ну-ка. Блин. Неужели у него в столице не сидит губернатор? Нифига себе. Вот это поворот. Я специально в столицу отправлял в надежде, что там губернатор будет сидеть. Thank you.
Ну что, один ход. Неужто победа? Ну что? Победа, нет? Да. Much as our ancestors did ages ago, we thrust forward into the unknown. The first pioneers set forth on an uneasy course. And yet once again did our people thrive. Now, under your leadership, we plot a new course and make another world our own. Ну что ж, научная победа. Что тут в рейтинге? 15 место у меня. Давайте посмотрим графики. Вера и заход тут. Паундмейкера смотрю. Божил вместе с Чандрагуптой. Всего великих людей получено. Тут Мапуче. Я чисто по научным великим людям. Воин объявлено. Вот, тут я даже лидировал в какой-то момент. Городов захвачено, городов основано. Я тут вообще последний, между прочим. Городов потеряно, зданий построено тоже. Я совсем не впереди. Районов построено тоже не впереди. Всего сражений на последнем месте. Со мной мало кто воевал. Чудес точно я буду... А, смотрите, я даже по чудесам не последний. А я вообще хоть одно чудо поставил? Я просто ни одного чуда не поставил, я на последнем месте, да. Культура вход. Тут у нас Мапучи опять же. Науки вход. Я даже и по науке вход не на первом месте. А, нет, вру. Как раз по науке вход я на первом месте. Ну, здесь круто, я ничего не могу сказать. Наука получена объявление тотальной войны. Без понятия, что это, видимо, эти чрезвычайные происшествия. Ну, конечно, было бы интересно еще посмотреть года, эпохи там темных веков, золотого века, где, в каком месте кто находился, сколько ходов. Ну, в общем, могу сказать, что, конечно, контента прибавилось. Единственное, что, по-моему, на божестве стало легче играть. Такое ощущение. Может быть, потому что это научная нация у меня такая крутая была. Но, опять же, я помню, что Гильгамеш раньше тоже очень вперед вырывался всегда по науке. Он такой был научной нацией. Не знаю, что случилось, почему я так впереди был. И, в принципе, я тут и повоевать смог, и спокойно отбивался от всех. Надо посмотреть сетевую партию. В сетевой партии будет поинтереснее, потому что здесь компьютеры имели очень большой бонус в самом начале, и поэтому золотые века я вообще никак не мог запустить, они очень быстро вперед летели, и золотой век у меня получился только тогда, когда я первый вышел в какую-то эру, и у меня было много времени этих очков золотой эпохи набрать. Ну, спасибо, что посмотрели полностью этот сериал против компьютера на последнем уровне сложности. Я всем говорю, что в шестую циву надо играть на последнем уровне сложности. Это единственный какой-то вызов. А еще лучше все-таки с людьми. Хотя бы интереснее. Они могут слабее компьютера играть, но всякие вариации на карте будут интереснее. Поправляйте меня в комментариях, дополняйте ваши впечатления об увиденном, я тоже жду. Спасибо, что смотрели, играйте в умные игры и, конечно, загляните на consolewar.ru. Всем пока! Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам
понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.